Друзья, доброе утро всем. Вот сижу за чашечкой кофе, смотрю, слушаю друзей. Ну, как и обычно, каждое утро начинается. Правда, сегодня холодина, мерзну. Сейчас пойду вам покажу, сколько градусов у нас на кухне. И у меня за спиной вот такая картина. Смотрите. Пригрелась здесь моя красавица, да? Пригрелась красотка у мамки за спиной. И отдыхай, да? Ух ты, моя хорошая. Грейся, грейся. Вот смотрите, друзья, 14 градусов. Такая у нас теплота в кавычках на кухне. Сейчас вешала белье на балконе. Там такая жарища. Так что надо там греться. У нас как-то резко похолодало. Поэтому я сижу и мерзну возле компьютера. Надо мне рубрику такую открывать. Температуру. Показывать вам зимой, конечно, это будет жесть. Пишите, а у вас как? Друзья, вот так готовлю иногда макароны. Обжариваю на подсолнечном масле, потом добавляю воду, и они у меня готовятся. А здесь у меня салат из зеленых помидор. Мои настолько любят этот салат, что хоть каждый день будут кушать. Так что часто я готовлю этот салатик. Рецепт этого салата у меня на канале есть, так что, кому интересно, можете посмотреть. Заходите. Здесь у нас вот такой парк. Сейчас здесь у нас идет ремонт. Все по-новому делают. Деревья много посадили. Елочка здесь в середине. Здесь всегда людей много. Летом бывает особенно. Здесь была спортивная площадка. Сейчас, наверное, что-то будет новое. Может, и она же и останется. Да, там внутри. Фонтан, наверное, будет дальше. Посмотрим, что здесь еще. Сегодня вроде бы было, когда я выглядывала на улицу, солнце, но все равно холодно. Вот так, что здесь у нас написано. Ведур картули, мегубробис, кутхе. Швеция и Грузия, уголок. Как я поняла. Да я вам там снимала видео, что у нас на кухне холодно. Вот сейчас вышла я на улицу немножко погулять, подышать свежим воздухом. Оделась тепло, но обманчивая погода. Думала, солнце, жара будет какой-то. Все равно холодно. Вот внутри здесь делают, наверное, фонтан. Раньше здесь все было не очень хорошем состоянии, сейчас уже ничего. К лету особенно это будет уже, конечно, в хорошем, шикарном виде.
Очень много новых деревьев. И люди, конечно, много гуляют здесь. Независимо от того, что еще парк не закончен. Сейчас пойду. Вот прямо здесь магазин есть. Зайду. Часто бывают акции, так что. И заодно продуктов куплю. Друзья, я уже дома. Как и говорила, что я зайду в магазин. Правда, мало что я купила, но так как сказала уже, барам покажу вам свою покупку. Извините, что немножко что летит. Такой хлебушек 80 Т3. Потом творог вот такой. Обычно он стоит 2,30, а сейчас была акция ЛАР 99. Булочки. Вот так они упакованы. 4 штучки вместе, ЛАР 25 стоили. Вот такая вкусняшка. Хачапури. Иногда можно лень дома делать. Так что можно купить. Ну и все, вроде бы здесь только еще яблочки остались. Вот так. Закус. Килограмм 2 лари. Ну, такая маленькая покупочка. Спасибо, друзья, что смотрели. Кто смотрел до конца, пишите, ставьте пальчики вверх. Ну и до встречи. Всем пока.